Следующего участника концерта, я думаю, знают все, но я не знаю, где он. На сцену должен подняться Василий Рысенков. О, я его вижу. А еще я хочу сказать, что после основной программы у нас запланирован открытый микрофон. И на него можно записаться вот у того столика рядом с палаткой звукорежиссера. Там лежит листочек, ручка, и есть уже один записавшийся. Не ручка, карандаш. А еще я напоминаю участникам основной программы, что список, порядок участников висит на палатке звукорежиссера. Василий Рысенков. Добрый вечер. Прочитаю два стихотворения, разноплановых, наверное. Одно давнишнее, называется оно «Крылья». Просыпается город, срывает лохмотья сна. За синюшным окошком печальный снежок пылит. А вчера целый вечер болела моя спина. Думал, вырастут крылья, а это радикулит. Мимо дома под ветром по птичьи летят пальто. Рваный провод не повод готовить себе петлю. Я ведь так и не знаю, никак не пойму за что. Эту бедную, скучную, глупую жизнь люблю. Лезут грязные тучи со стороны Москвы. Новогодние праздники чуть прикрывают зло. И скучающих женщин, богатых и деловых, не из мыльных ли опер с метелью понанесло. Только здесь не кино, наши гнезда и наше дно. Можно вырваться, но где оборвано, там болит. Что ж, пора, собирайся, проветрим, открой окно. Крылья вырастут, только отпустят ли радикулит?